Часто в выборе декоративной и уходовой косметики мы слушаем не мнение экспертов, а опираемся на опыт подруг, которым мы доверяем. Именно поэтому для обзора продуктов в магазин Тони Молли мы пригласили участниц «Миссис Россия Южный Урал». Меня зовут Ольга Толкунова, я «Миссис Россия Южный Урал 2020». Я мама троих детей, бизнес-леди, также у меня есть собственная линейка одежды. И моя миссия – это моя авторская программа, которая помогает более 10 тысячам женщинам по всему миру обрести кожу мечты. Меня зовут Екатерина Цветкова, я мама четверых детей, я жена счастливая, я руководитель строительной компании крупной, с недавних пор я мотоциклистка. И еще с августа победительница конкурса «Миссис Россия» Globe 2020. Я Екатерина Переляева, Миссис Россия, Челябинская область 2020. Я мама троих детей. И на сегодняшний день мой основной, самый главный проект в моей жизни – это мои дети. Я Олеся Туркина, мне 34 года. Я победительница в номинации «Миссис Челябинск 2020». Мама двоих замечательных детей. Я Ксения Банникова, я являюсь миссис ВЭП Южный Урал, представительница конкурса «Миссис России Южный Урал 2020». Я мама двоих деток, у меня сынок и дочка. Они у меня погодки, просто прелесть. Несмотря на то, что эти титулованные красавицы совмещают сразу несколько социальных ролей и видов деятельности, про уход за собой они помнят всегда. Всегда с огромным уважением отношусь к женщинам, которые так умеют работать над собой. Это очень тяжелый труд. Когда меня спрашивают на мастер-классах, а какой рецепт красоты у корейских женщин? У них очень жесткая самодисциплина по отношению к себе. То есть они не дают себе расслабляться. Вот ты там встала, значит, за 2 часа до того, как тебе выходить на работу, встала, все сделала, все, что нужно. Там, хочешь ли ты спать, не хочешь, вставай и иди. И неси себя такую красивую в мир. Девочки, особенно блондинки, меня поймут, насколько важен тщательный уход за нашими волосами, потому что блонд – это достаточно дорогое удовольствие. Сейчас я хочу дать вам несколько рекомендаций именно тех средств, которыми я пользуюсь сама. Одно из них – это пилинг для кожи головы. Несмотря на то, что мы делаем пилинги для лица, очень важно делать и пилинг именно для кожи головы, чтобы волосы лучше росли, чтобы очищать кожу и чтобы лучше работали луковицы. Помимо этого, замечательное средство – это филлеры. Если вам необходимо быстро привести в порядок ваши волосы, чтобы они были очень красивыми, гладкими и ухоженными, то я вам советую вот эти вот филлеры CPI. Отличное средство, действует просто моментально, и вы как после ухода из салона красоты с сияющими, красивыми, здоровыми волосами. Кожа чаще всего уральских девчонок пересушена. Поэтому я сама пользуюсь и всем очень рекомендую вот такой гель. Этот гель – это просто невероятный объем влаги, который получает твоя кожа как раз при использовании перед ответственными мероприятиями, интенсивными мейкапами, так и, в принципе, в повседневной жизни. Очень качественно меняет структуру кожи, ее состояние, внешний вид. Мне очень нравится этот продукт. Это тонер для лица. В его состав входит морской коллаген. Морской коллаген, он на 42% впитывается быстрее, чем свиной коллаген. Он наиболее эффективно увлажняет, питает кожу, очищает и тонизирует. Один из моих любимых кремов для чувствительной кожи – это крем Blinkett. Ну, посмотрите, какая милая оригинальная упаковка. Этот крем на основе молочного белка – один из важных моментов у бренда Тони Молли – биоразлагаемая упаковка. Сейчас это очень актуально в нашем мире. Это косметика, которая имеет приятный запах. Я вообще люблю наносить крема для ручек, для лица, для тела, и чтобы оставался легкий, приятный запах. Ну, девочки, наверное, меня поймут. Очень важно, чтобы косметика была гипоаллергенная, потому что наши модницы юные, они же все повторяют за мамы. Мама мажет личико кремом, и дочь мажет личико кремом. И поэтому я не беспокоюсь о том, что если она возьмет крем из моей баночки и использует его, потому что я на 100% уверена, что эта косметика гипоаллергенная. Один из любимых мною продуктов – это бальзам для губ. Он заживляет, ухаживает,
так как он концентрированный, его хватает очень надолго. И, в принципе, это прямо любовь моя и всех моих уже подруг. Я очень с большим удовольствием пользуюсь скрабом, вот, на содовой основе. Текстура очень легкая, очень хорошее очищение, при этом ежедневный уход, он даже не повредит коже. Такое нежное скрабирование, и после него такая легкость кожи дается. Я вообще осталась в восторге, когда первый раз попробовала. Ну и, конечно же, обязательно тонер. Aesthetic House – это легкий, и он сужает поры. Конечно, секреты красоты – это всегда тема индивидуальная, а потому и предпочтения у каждой участницы «Миссис Россия Южный Урал» свои. Все эти женщины разные, но объединяет их то, что они много успевают и при этом прекрасно выглядят. Ну а если вам понравились продукты из обзора девушек, то приобрести их можно в сети магазинов Тони Моли на Красной 69, ТРК Фиеста, ТРК Фокус, ТРК Космос и ТРК Радуга.